Так, ребята, вот сейчас я еду, получается, на работу, точнее по работе. Сегодня я на легковом автомобиле, это уже шестой день на работе. Как видите, на Chevrolet Niva, блин. Сейчас заедем, кофейка выпьем, потом уже больше поговорим детально. Привет всем, ребята, как ваше настроение? На работе ли вы сегодня? Взял американо без ничего. Вот сегодня шестой день на работе. Подъем сегодня, хотел встать в 20 минут пятого, но не получилось. Будильника не слышал, за 5 дней замотался, точнее, сегодня суббота, шестой день. Еле в 6 встал, подорвался, в машину свою сел и поехал. Взял рабочую машину и поехал, короче, развозить людей. А вы, ребята, напишите, как вы вообще себя чувствуете. К чему я веду? Веду к тому, что сегодня многие, кого я вез, да, такие в основном раздраженные там люди были, да. Чтобы вы понимали, то есть я выходить вообще на работу не собирался. Вот почему. И узнал только вчера, в пятницу, 4:30 около, что надо выходить на работу. Вот. А выходить почему? Потому что нет водителей. Один рассчитался, другой в отпуске. И я третий, получается. Вот. А вывести людей надо. И поразвозить по объектам надо. Вот. И получается, что я не хотел выходить не из-за того, что типа мне денег там, типа, или деньги лишними бывают, там, как кто-то может сказать. Дело в том, что особо платить за выходный день, получается, никто не хочет. Почему? Не знаю. Но хочу сказать одно. Какая тут ситуация? Когда люди тоже, вот, все мы, по сути, оформлены на минималке, да? Например, минималка 5000 гривен, да? И все зависит, зарплата дальше от, скажем так, премии. И какая разница между премией? Ну, например, человек отказывается в выходные, типа, как на подработку выходить, на самом деле, ну, платить, ну, это лучше дома побыть и, скажем так, время с семьей провести или какие-то дела подтянуть. Ну, человек раз отказывается, два от работы, да, и человеку, например, у тебя минималка 5000, там, например, есть Сережа, есть Дима, да, Сережа там выходил, ему заплатили там, ну, например, 8000 гривен, 10, да, ну, 10 вот так вот, а Дима не выходил, Диме заплатили 7000 гривен, например. И вроде выше минималки, там 2000 премии дали, а Сереже дали там премии 5000 гривен. Поняли, в чем разница вот по работе? Но сам факт, что есть барьер премии, то есть больше, чем, скажем так, 11, ну, где-то, наверное, вот так вот, может, 12 человек не получит 1000 гривен в месяц. Все равно, как бы ни старался. Поэтому вот такая вот обстановка у нас. И говорится, надо двигаться вперед, надо шукать другую работу, да, потому что, ну, работа, сам процесс работы интересный, но надо, чтобы и финансовая отдача была тоже интересна, чтобы на полочках в магазине потом не заглядывать и не делать вид, что ты зашел там в АТБ, в Арку, чи в Арус, и дивишься, делаешь вид, что ты что-то купляешь, да? Это так, шутка, конечно, вот. Поэтому, что я вас, ребята, спросил, чтобы вы написали, как вообще вас зарплата ваша устраивает, не устраивает, там, что вы для этого делаете, вот, или у вас там, вы на минималке оформлены, или не на минималке, то есть, вот, как-то так вот. Поэтому сейчас кофеечек допьем и надо
будет двигаться дальше, чтобы потом надо будет после обеда, ну, ближе к вечеру, точнее, забрать людей и также поразвозить по объектам. Вот. У меня, скажем так, понимание в том, что надо заниматься тем, что нравится, что приносит доход. Конечно, тяжело, но это все реально. Ну, чтобы найти такую работу, да, или заниматься тем, чтобы была финансовая отдача, хорошо, да. Но есть такая пословица, так как работы я менял разных, разные были работы у меня, это работа буквально, работа здесь пару месяцев, да. Вот, что, ну, кто ищет, то хочет, шукает возможности, а кто нет, причин. Поэтому, ребята, всем хорошего дня, до встречи, увидимся, пока.